Доброго времени суток, с вами генерал Натлис, бегут командующий армии джунглей игры Jungle Heat. И в последние дни уходящего любимого нами жаркого лета я хотел бы устроить один маленький конкурс. Небольшой такой маленький конкурс под названием «Лучшая расстановка базы игры Jungle Heat». Па-ба-бам-па-бам! Многие из вас обращаются ко мне в комментариях, в личных сообщениях в соцсетях с просьбами скинуть расстановку на определенный командный центр. И для удобства я решил сделать такой раздел на сайте jungle-heat.org. Это бывший сайт jungle-heat.clan.su. А с разделом застройки на 7, 8, 9, 10 и 11 командные центры. И решил устроить маленький конкурс на лучшую застройку базы. Итак, в чем суть конкурса? Вы берете расстановку базы, которую вы считаете хорошей, оптимальной, красивой, индивидуальной. Ту расстановку, которую вы хотели бы поделиться с другими игроками игры Jungle Heat. Заходите на сайт junglekeep.org, заходите в раздел «Застройки», вот он, и дальше входите на сайт. Войти можно через ВКонтакте, Facebook, профиль UID. Я вот зайду через Google Plus сейчас. Заходите. Вы на сайте. Не, ну там может быть, если вы не зашли в этот момент в свой профиль на Google Plus, ВКонтакте и так далее, вам придется там ввести логин и пароль. Если где-то они у вас уже сохранены, то у вас вот войдет свой автоматически. Ну так вот. Вы заходите в раздел «Застройки», и у вас есть, видите, такой вот раздел «Добавить фотографию». Добавляй, нажимаете. У вас появляется вот такое вот окно, выбираете категорию, на какой командный центр вы хотите выложить застройку. 7, 8, 9, я вот, к примеру, выложу свою застройку. 9 командный центр. Выбираете фотографию. Вот она у меня уже есть. Застройка 9 командный центр. Входите код снизу, Capture, нажимаете «Загрузить», пишите краткое описание. Вот теперь нюанс. Нюанс в том, какой подарок этого конкурса будет. Многие из вас состоят в определенных кланах. Сейчас идут клановые турниры, они всегда шли, и всегда есть необходимость в хороших бойцах, пиаре клана и, так сказать, известности вашего клана. И сейчас я вам расскажу, какой будет подарок и за победу в этом конкурсе. Подарок будет следующий. Это индивидуальное видео о вашем клане со всеми описаниями, ссылками на группу ВКонтакте, если она у вас есть, сайт клана, может быть, канал на Ютубе или какую-то добавочную информацию. Собственно, вот такой вот будет подарок. Поэтому в описании вы пишете что-нибудь вроде расстановка. Во, сменился язык. Ха-ха-ха. Расстановка базы 9 командный центр. Можете написать свой ник, например, в игре. И самое главное, укажите в кратком описании ваш клан. Вот мой клан, парящий. Готово! Успешно загружена одна фотография. Перейти к альбому. Вы можете, кстати, загружать много их. Вот она, эта фотография. Но я вам открою маленький секрет. Эту фотографию будете видеть только вы до того момента, пока я ее не подтвержу. Видите, материал не активен.
Просто суть в том, что в интернете ходит очень много разного спама, очень много людей, которые любят вот всякие неординарности выкладывать и так далее. И поэтому до того, как я активирую материал, он будет недоступен. Активировать я буду 2 раза в день, утром и вечером, каждый день. Иногда в середине дня, если у меня будет получаться, но вот за утро и вечер я вот прям вам ручаюсь. Так что 2 раза в день будет массово добавляться все ваши застройки, которые вы будете выкладывать на сайт. Итак, что нужно сделать для того, чтобы победить в конкурсе? Все очень просто. Ваша застройка должна набрать самое большое количество просмотров и иметь самый лучший рейтинг. Вот возьмем вот пример, есть такой 7-й уровень командного центра. Простая, ну это не застройка, это просто картинка, которую я выложил. Она имеет 267 просмотров и рейтинг 5. Рейтинг выставляется, вы всегда можете нажать на звездочку и поставить свою собственную оценочку фотографии. То есть застройки. Вот я, например, считаю, что у нее рейтинг 5 у этой застройки. Это вообще просто восхитительная застройка. Вот у нее изменился рейтинг. Я могу, уже не могу. Рейтинг ставится 1 раз. В зависимости от того, какой рейтинг идет у фотографии, мы получаем общее количество, скажем так, очков у этой застройки. Смотрите, как все это будет считаться. Берется калькулятор обыкновенный и умножается количество просмотров на рейтинг. Рейтинг может быть дробный, там 4,2, 4,1 и так далее. И получаем общий счет в конкурсе данной застройки. То есть у нее счет на данный момент 1335. Тот, кто наберет самый большой счет к 1 сентябрю 2014 года, то есть к 23.59 31 августа 2014 года, тот и победит в этом конкурсе. Там в зависимости от ситуации, возможно, если там кто-то будет идти ноздря в ноздрю, я в этот момент буду следить и сделаю просто принтскрин. Если никто не будет идти ноздря в ноздрю, а кто-то будет явным лидером, то просто зафиксируем победу, так сказать. Вот, собственно говоря, такой вот конкурс. Итак, еще раз повторю. Вы заходите... Сейчас я выйду. Заходите на сайт jungle-hit.org. Заходите в раздел «Застройки». Входите под каким-нибудь из профилей. Ну, кстати, сейчас я под собой войду и покажу, как я буду вам активировать материал. Давай, родимый, заходи, мы в тебя верим. Та-да-да-дам, та-дам. Нет, значит, видно, не судьба. А, нет, вот зашел, супер. Я вот, например, захожу в застройки, видите, тут есть 9-й командный центр, и вот появилась еще одна застроечка, видите, вот ей можно материал активировать, да. И все, и вот она, вот эта застройка, вот она только что появилась. И я, кстати, ей тоже могу выставить определенный рейтинг. Вот для примера выставлю ей рейтинг 4 своей застройки. Вот, видите, количество людей, которые оценили, и, собственно говоря, на сколько баллов. Вот, ну так вот, вы заходите в застройки, заходите под своим профилем через любую из социальных сетей. И в разделе «Застройки» у вас появляется кнопочка «Добавить». Выбираете командный центр, под которым хотите добавить. 9-й, например. Выбираете «Выбрать». Выбираете фотографии. Можно, кстати, несколько фотографий. Можно застроек сразу 3. Нажимаете «Загрузить». Ну, тегов такого понятия у вас там нету, потому что у вас немного будут урезанные права. Пишите краткое описание. На свое усмотрение и обязательно название клана. И все. И потом я добавляю этот материал, и вы можете его смело репостить. Вы можете также делать репосты в соцсети.
Вот есть такая стрелочка в правом углу, и вы можете, вот, например, вот заходим на материал. Ну, заходим, то есть, в раздел. Скорее, к сожалению, репосты можно делать вот только вот разделов. Заходите и можете сделать репост в Facebook, во ВКонтакте, и тем самым увеличить количество просмотров. Итоги будут подводиться в начале сентября, то есть, ну, мы зафиксируем победителя в ночь с 31 на 1 сентября. Выложу результаты я в качестве тоже видео в начале сентября сам. Там же объявлю победителя, и дальше уже будем с генералом клана, либо с ответственными людьми в данном клане проводить беседу о том, как они хотели бы видеть свой подарок. Ну, там с бантиком, без и так далее. В общем, вот такой вот конкурс «Наше прекрасное уходящее лето». Подписывайтесь на канал на YouTube, вступайте в официальную группу игры Jungle Hit во ВКонтакте, ссылочка внизу в описании, ссылочка, кстати, на сайт тоже внизу в описании. Ставьте пальцы вверх, репостите это видео, оно увеличит потом количество просмотров тех застроек, которые вы поставите, выложите, вернее, на сайт. Всех вам благ, всего такого самого наилучшего, позитивного, веселого, хорошо провести остатки лета. И всяческих-всяческих вам благ. С вами был генерал Натлис Бегут, командующий армией джунглей игры и Jungle Hit. Удачи!